с Черлукой, как сказать, там распороли колено шипом. Самое, что у меня было не механическое повреждение, игровой момент был вообще. Ну так, ничего страшного, как доктора сказали. Так и по горячим следам. Завтра видно будет. Во-первых, у него давно не было игровой практики. Это первое. Но доволен. Раз забил победный гол, оказался в том месте, в нужный момент. У меня вообще нет такого. Доволен. Я всеми доволен. Ребятам благодарен за эту победу. Вот они сделали все для этой победы. Единственная проблема были то, что первых сборных там в разном состоянии приехали футболисты. Так что вот состава основного выбора было тяжеловато. Пришлось голову поломать нашему тренерскому составу. Ну, если выиграли, значит угадали. У нас много планов было, честно. Было и Ману выпускать тоже вперед, ближе к атаке. Там были у нас варианты. Так что, а именно конкретной задачи поменять Шкулечича на Эзекиэля, так она остро не стояла. А чем вы вообще руководствовались, решив сегодня поставить Никентия, Шкулечича? Ну, во-первых, как бы надо быть в команде, чтобы знать этот тренировочный процесс, а не как бы перерыв сборной, плюс недельный цикл перед игрой. Вот. Тренировки это как показатель тоже для тренерского штаба. И мы из этого, от этого и оттолкнулись по тренировочному процессу. Кто был в лучшем состоянии на данный момент. Этим руководствовались при выборе нападающего. Замена была, потому что он получил сильный удар в спину. И там с докторами в перерыве, он весь перерыв у докторов был. И поэтому это тоже не сказалось на его замене.